Россия и США наращивают военную мощь и активно разрабатывают оружие нового поколения. Мир в ожидании Третьей мировой? Кто в ней победит? И чью сторону займет Китай? Точное количество ракет, которые имеются у Китая, установить невозможно. Документальный проект «Какой будет Третья мировая война?» Секретные разработки и оружие будущего. В пятницу в 20:00 на РЕН-ТВ.